Вот, короче, я здесь остановился. В середине деревни, не знаю, может быть, не в середине. Но вся деревня сбежалась на меня посмотреть. Это в джунглях деревня, я, блин, деревья далеко. Не буду деревья снимать, буду людей снимать. Вот эти вот пацаны играют в этот, в Чапая. Посмотрим, интересная игра. Вот смотрите. Он берет. Бильярд такой. Бильярд. Он сейчас должен забить. Ну. Нари! Ну. Козюри! 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 Кайкали! Эй, калькаль! Вот, вся деревня сбежалась, надо чухать, потому что это мне уже это надоедает. Проехал, мороженое, наверное, развозят. Вот сейчас опять такая типичная картина индийских джунглей. Деревня с ее всеми неотъемлемыми атрибутами. И тут, естественно, проложена асфальтная дорога, в отличие от некоторых населенных пунктов России. Хотя все считают примитивом. Индусов и я до недавнего времени. Ну, как видите, это глухие индийские джунгли. Ничего я не преувеличиваю. Здесь нету никаких. Хотя здесь свет есть. Да, я должен буду снять потом эти столбы электрические, по которым сюда доставляется свет. Я их проехал, к сожалению, не заснял. Ну, вот такая вот картина. Надо сказать, что напоминает мне чем-то Таджикистан. Только единственное, что очень много водоемов. Очень много. И каждый вот такой вот домик практически находится вот на таком водоеме, который является для них и ванной, и кухней, и бассейном. Вот это, наверное, у них центральная чайхана. Что-то они здесь делят. Никак не поделят. Вот такие водоемы, заросшие водорослями. О, и детки в одинаковой форме идут в школу. Или со школы. Скорее всего, в школу, потому что время 10 час только. Вот это вот так вот растет рис. Не знаю, как они из него... Вот видите, вот так тоже бывает. Вот старик тянет с собой небо. Что-то поймал, может быть. Эй, сейчас мы его поснимаем. Чего нету? Это рикша. В деревнях тоже есть рикша. А может быть, это их брат или еще кто-то. Козюри! Козюри! Эге! Как мы? Интересно снимать, блин, я бы снимал все, что вижу, все, что шевелится, как говорит мой брат. Козюри, не знаю, что это, куда мне теперь, перекресток, куда ехать, сейчас будем спрашивать. Это деревня. Ох ты, базар, какой большой базар, куда мы приехали. О-о-о. Козюри. Якша панто!
такая круговая панорама. Город Кантай. Таун. Я встал прямо на перекрестке. Здесь такой столб стоит, какой-то мемориальный. Сейчас я его тоже сниму. Ну вот, эта картинка мне очень заинтересовала. Прикольная Индия. Ну и Индия. Вот так Индия. Короче, хочу зайти вот сюда покушать, потому что опять давно ничего не кушал. Сегодня позавтракал. Там кусочком хлеба с водой. Теперь хочу что-нибудь, какой-нибудь пирожок съесть. Не знаю. Здесь, по-моему, кондитерская какая-то. Сейчас что-нибудь здесь мы скушаем. Hi. This is... Самоса. Смотрите, самбусу. Сейчас я поем самбусу. Я так брезговал раньше все время. Теперь попробовал эту самбусу. Она оказалась вкусная, с горохом. Очень, с перчиком. Такая. Всего стоит 2 рупия стоит одна самбуса. На 6 рупий я уже наелся. Сейчас еще хочу попробовать другой чайхане. Вот, захожу сюда. Здесь вот такой вентилятор крутится. Большой. Здесь ветерок, прохладненько. На улице 40 градусов. Где-то приблизительно. А... Он те. Чай. Но? Чай. Я сейчас здесь сниму. Да, хочешь? Я сейчас хочу здесь пройти у них на кухню, показать, как они все это делают. Вот она, самбуса. И они сейчас мне будут жарить специально для меня уже приготовленная самбуса. Вот он закинул сюда масло, не знаю, что за масло, сколько ему лет. Ну, короче, вот такой мне хочу. Интересно, все происходит, все в саже, но они ее, по-видимому, не едят. Вот хочу снять, как они едят. Этот, руками. Попросил у них рис. Они говорят, рис тебе не положено, положено только самбусу тебе. Вот они так прикольно кушают. Я тоже хотел, но мне не дают почему-то. Говорят, ты будешь только самбусу. Сам пис. Вот тут еще гости набежали. Все хотят покушать. Ну вот, сейчас я нахожусь в отеле, в котором я проживаю последние 2 дня. На втором этаже и снимаю прямо из окна отеля. У меня тут внизу автовокзал и вот такая картинка разворачивается передо мной. Постоянные сигналы, постоянно шум, гам. Сегодня заснул с затычками в ушах. Это вид из другого окна. Тут, как я и думал, с этой стороны ничуть не лучше. Та же самая картина. Это автобус рейсовый отправляется. Или наоборот, гараж. Вот такая вот картинка интересная. Может быть, кому-то не очень интересно. Окей, я хочу здесь купить для хэндика чехол для моего. Он говорит, что стоит 20 рублей. 20 рублей на 30 центов. Сейчас время только еще, 5 часов, еще нету, 4:30, но уже темно, темнеет, и буквально через полчаса, час будет совсем темно. Вот они опять меня окружили все,
Ваня бы сейчас сказал, Манин опять клоунаду устроил. Ну, вон они там по крышам лазят, грузятся. Подъехал очередной автобус. Кор-к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 ор
Он напротив моего номера стоит. Не-не-не, над ним мой номер. Вот это вот и есть гостиница. Вот я сейчас все-таки решился. Я его вот он помыл стаканчик, у него там вода с собой, и я сейчас из этого стаканчика. А иди до клеева, аж вода. Курки. Вкусно? Вкусно. Довольно вкусно. Сейчас сниму свой номер в гостинице уже по традиции. Чтобы вы не думали, что здесь полная разруха. Тут телевизор такой, пока он, правда, не показывает. Стульчик. Трюмо. Красивое зеркало очень. Стены выложены кафелем. И опять мне повезло, у меня большое ванная. То есть душевая. Ну, как у них у всех. Ведро стоит обязательно. Тряпочкой. Окно. Здесь очень жарко. Надо все время закрывать. Чтобы вот этот вот кондиционер не работал зря. Ну, снимаешь уже? Снимаешь? Рекорд? Заходим в... Значит, в интернет. Кабинет? Майруси! Майруси! Ту! Хинди! Вот такой у него монитор. Черный. LG. В принципе, нормально. Для такого кишлака этот практически этот тупик этого. Внизу стоит мой велосипед любимый. Все хотят его купить. Кстати, камеру тоже все хотят купить. Еду я, еду. Смотрю, пруд. Ну, не что-то пруд, а пруд с лотосами. Вот хочу его снять сейчас. И жара еще не достигла 30 градусов. Но через часик-полтора будет уже далеко за 30. Ой, красивые цветы. Сейчас зайду коротко, покажу, чтобы вы имели представление. Вот это все официанты сидят, да? Сверху такие, всегда, почти во всех заведениях такие картины висят, везде крутятся вентиляторы, над моим столиком тоже, возможно, включат. И вот такой зал, конечно, кушать в городе в какой-то непонятной помойки. Привет. Еще очередную свою комнату гостиничную. Приходится прибегать здесь. Все под рукой. Поэтому телефоном не пользуемся. Кондиционер. Такой вот шатер. Я себе сделал замазано и не функционирует. А вот то окно, которое дальше туда стоит, оно нормальное окно. Я завтра через него поснимаю вид. Велосипед сегодня занес, потому что надо свет подремонтировать. Вот тут целая батарея бутылок, потому что пить приходится очень много.
Здесь очень жарко. Вот себе смотрю. Тут хороший канал есть, который показывает только голливудские фильмы. Прохладно, хожу себе в трусиках. Никто мне не мешает, никто не трогает. Для Пашки с Виктором. Не боится. Очень много народу, много продающих, много покупающих, но никто ничего не покупает. Я решил сделать почин, купить. И с любопытством разглядываю, что же здесь такое происходит. Вот я сейчас купил такие красивые брюки для девчонок. На руку тоже. Ого! 2 рупия стоит каждая. Что она делала? А рупия стоит 60... Ойро стоит 60 рупий. Вот такие вот. Вот я приблизился к пляжу в городе Дига, где здесь сейчас фестиваль проходит. Обычно этот пляж полностью, за редким исключением, море, море. Но они практически не лежат, им загорать-то не надо. Они и без того все загорели. Всегда. Да-да. Вот там далеко почти никого нету, там рыбацкие поселки, я их тоже потом поснимаю. Вот мы сейчас с вами присутствуем на церемонии кремации. Случайно попал. Вот они сейчас туда положили покойника. И теперь пытаются разжечь огонь. И они его тут сейчас сожгут. Это вот так называемые похороны. Тут вот сидят музыканты. Поют траурную песню. Играют траурную музыку. У нас все пытаются кинуть горсть земли в могилу. Они так все пытаются приложить руку к зажжению огня. И как всегда сзади меня, вокруг меня собрались и пытаются объяснить, что здесь умер брахман один. И ему 85 лет было. И вот сейчас его отправляют на небеса. Процедура кремации, она приятная, как и любая процедура похорон. Но в любом случае тело вот это сейчас вместе с душой оставит эту землю. И я думаю, что мучения на этом земные его прекратятся, в отличие от тел, которые закапывают в землю и потом проходит большой промежуток времени до того момента, пока тело разложится. До этого момента, как считается в индийской религии, в индийской философии, душа находится рядом с телом. Пока тело не разложилось, привязка души к телу остается. Поэтому вся вот эта вот процедура направлена на то, чтобы освободить душу от тела, чтобы душа отлетела уже в те места, где ей положено пребывать. Вот так вот тянут свою незатейливую жизнь индийские рыбаки.
по рыбочке, по маленькой, потихонечку, не спеша. Там и креветки попадаются, и омары, и всякие разные. Рыба без чешуи вообще. Не знаю, тут много валяется рыбы. Они ее, наверное, потом собирают. Чего? Слонов, обезьянов. Обезьян пока не встречал. Вот тут девочка такая любопытная.